Друзья, всем привет, с вами канал Охота без ружья, и наконец-то настал тот момент, которого вы долго ждали. Я выбрался на охоту на фазана, сейчас буду делать ловушку и ставить ее. Вот только что мы сюда пришли, и очень много фазанов повылетало из кустов, уже на деревьях сидели, так как вечереет, и они уже усаживаются на ночевку. Но сейчас мы приступаем к изготовлению ловушки, ставим и ожидаем, когда поймается трофей. Для начала нам нужно напилить нужных нам палок для ловушки. Нам нужно две вот такие вот палки и еще две покороче. Делаем все. Теперь мне нужно приготовить спусковой механизм для ловушки. Одна просто вот такая вот палочка, которую сейчас нужно будет немножко заточить. Вон фазан улетел. И еще одну нужно ветку потолще, которая будет удерживать ловушку в поднятом состоянии. И теперь еще нам нужно две вот такие вот тонкие и длинные веточки, которые будут непосредственно наступательным механизмом для ловушки. Здесь шиповник такой, и у него ствол, вот ветки без колючек. Отрезаем с запасом, а там уже на месте подрежем, сколько нужно будет. Пенек, что-то совсем струхлявил. Так, теперь нам нужно вот эту палочку покороче заточить на одном конце, сделать как бы такую прямоугольную для более надежной опоры. Должно получиться прямо вот. Вот так вот. Так, теперь берем следующую и делаем примерку, так сказать. Вот, вот так вот она у нас будет стоять на ловушке. И замечаем здесь вот. И делаем надпил. После чего делаем наскос. Вот такой вот такой паз. Все, вот такой вот пазик, и это у нас будет вот так вот устанавливаться. Вот, все. И теперь идем и пробуем заряжать нашу ловушечку. Спилил вот такую вот гибкую палочку, как удочка, но она тонковатая, это уже лучше. И она нам будет служить поддерживающим элементом сетки, она будет тянуть сетку вверх. Вот такой взял бур на шуруповерт. И теперь просверливаем вот здесь вот отверстие. Ну, такое не отверстие, а углубление. О, отлично. И теперь нужно немножко подточить палку, чтобы в это отверстие влезло она. О! Все, она шикарно туда вошла. И все, теперь нужно нам подвязать вот так вот сеточку. Привязываю веревку к палке. Теперь беру сеточку по центру примерно так вот. И продеваю сюда нитку эту. Нагибаем палочку и фиксируем. Почти получилось так, как хотел. Пробую заряжать ловушку, проверить, как она будет. В принципе, длина одной веточки уже подходит. Но вот, вот эта вот палочка немножко длинновата, ее нужно подпилить. И, в принципе, длина второй палочки также подходит. Вот и все, ловушка заряжена. Проверяем. Все четко работает. Для более удобной транспортировки снял нашу удочку, которая поддерживает сетку. И продвигаюсь на место, где буду заряжать ловушку. Здесь, конечно, такая чаща. Вот и пришел я на нужное мне место. Подчистил место под ловушку и теперь заряжаю ее. Беру палочку вот эту вот с пазом, опираю ее обверх ловушки. Беру дальше палочку, которая вот с прямоугольником с этим, подпираю ее в этот паз и опираю концом этой палочки на землю.
и все. То есть сейчас оно в таком вот подвешенном состоянии. Этот конец, он висит просто. И теперь берем одну палочку длинную, упираем туда, в конец ловушки с этой стороны. Один край, видите, сейчас оно в таком вот подвешенном состоянии плавает. Второй, ой, это упало. Второй палочкой мы фиксируем этот механизм. Вот и все. По-моему, все элементарно просто. Там многие пишут, что непонятно, как это все делать. Вообще все просто, и это лучший механизм зарядки ловушки. Срабатывает на 100%. Теперь обильно здесь насыпаем кукурузы. Главное, кукурузой не сбить механизм зарядки. Большинство, ну то есть основную часть кукурузы насыпаем именно в центр, а здесь так, по чуть-чуть. Также можно несколько зерен насыпать перед механизмом зарядки ловушки. Вот так вот, чтобы фазан со всех сторон видел кукурузу. И вообще так по кустам просто рассыпать немножко. Ловушка заряжена, теперь я ухожу домой, а завтра вечером приду, проверю эту ловушку и посмотрим, попадется фазан за сутки или не попадется. О, друзья, я, кстати, отпустил всех своих фазанов. И посмотрите фрагменты, как я их отпускал. Довольно-таки, конечно, не очень интересно, потому что, ну все, вольер опустел просто. Но там у нас были индюки в этим летом, биг шестые. Подожди. Ну, почему не кучить девочку, хорошо? Сейчас она пастух. А. Сейчас смотри, пастух. Пастух. И все. Теперь у нас фазанчика больше нету. А если что, потом еще наловим. Это не проблема. А что тут яички есть? Но фазанов у меня больше, в общем, нету. Все, что я хотел вам сказать. Друзья, прошли сутки, и сейчас иду проверять ловушку на фазана. Пойдемте сейчас посмотрим, что там вообще происходит. Поймался кто-то или нет. Довольно интригующий момент, но смотрю, друзья, что ловушка стоит заряжена, и никого здесь нет. Очень странно. Но ничего, мы не отчаиваемся, продолжаем ожидать, и вы также ожидайте. И я думаю, что следующий ролик уже будет о том, как поймается фазанчик. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем, друзья, пока, до новых встреч!